Психиатрическая реабилитация должна быть включена так же, как иные виды реабилитации постковидной. И я поддерживаю предложение Юрия Леонидовича дать поручение Комитету по социальной политике, Галине Николаевне, вам вместе с Минздравом рассмотреть о включении вот такой помощи в ОМС. А почему нет? Что это психическое здоровье людей, это может быть даже более важно, чем физическое и все остальное. То есть, ну, не менее важно, так скажем. Поэтому дать поручение в контакте с Зурабом Ильичем, с институтом, отработать этот вопрос и доложить потом о том, что удалось нам сделать и продвинуть.